Ребята, всем большой привет. Доброе утро. Сейчас 7 часов утра. Я, наверное, видео сниму. Я еще досплю немножко. В прошлый раз я даже не попрощалась. А вернее, попрощалась, но у меня камера почему-то стала делить все на файлы. В каждом файле минут по 12 примерно. И мое прощание попало в следующий файл. То есть, ну, я сказала там до свидания, все такое. И это не вошло в файл, а смонтировать я не могу, потому что у меня монтажная программа почему-то слетела. И мне ее починят только через неделю. Поэтому вот я как снимаю, так и выкладываю. Даже вот здесь вот не делаю логотип «Дети Алоэ». Вот, поэтому я говорю, с вами Наталья, канал «Дети Алоэ». Всем привет. Я расскажу про снежок, которым я поливаю комнатные растения. У нас вот там вот примерно вот, ой, вот там, видите, такие домики. Вот на них, когда снежок нападает, я его собираю. Вот на этих вот крышах. Очень удобно. Достать я могу, даже при моем росте, 160 сантиметров. Я беру такой длинный совочек и сгребаю прямо в ведерко. Вот, и в то же время собачки-то туда не добегают, ну, которых выгуливают. То есть там чистенько. И этот снег я растапливаю и поливаю растения. И сразу-сразу у всех возникает вопрос, а как же все-таки это город, городская среда и, может быть, не очень... Где-то стреляют. Может быть, не очень сам по себе снег чистый, осадки. Ну, понятно, что там в небе над городом. Разве там чистый воздух? Да, согласна. Экология, наверное, оставляет желать лучшего в мегаполисе. Не могу с этим не согласиться. Ребят, я не пренебрегаю этим. Вовсе нет. Но... Сам по себе снег и дождь, вся вот эта вот снеговая дождевая вода, это такая магия, это такая роскошь. Для растений это такая мощная природная сила, что всем остальным можно и пренебречь. Вот это мое мнение, я в этом убедилась. Не раз. Может быть, у кого-то другой опыт. Может быть, кто-то считает, что, ну, по своим наблюдениям, что гораздо лучше вода из-под крана, например, отстоянная несколько дней. Или вода кипяченая и охлажденная. Кстати, она не живая вода, в ней меньше кислорода. Подъедем вот туда. Ой, а вот там тоже какая-то машинка едет. Если хотите, мы приблизимся и будем близко наблюдать. Но я все-таки предпочитаю вот так вот, на таком расстоянии съемку. Кому-то очень понравился мой трансфокатор, что я аж вот до тех вот дальних... До улицы доехал. Ну, если хотите, можем еще раз этим побаловаться. В общем-то, это не проблема. Вот человечка посмотрим, куда бежит. Попытаемся угадать, куда человек идет. Ребят, слушайте, не давайте мне отвлекаться. Вы каждый раз мне говорите, что, слушай, взялась рассказывать, так рассказывай. А то я сама себе этого никогда не скажу. Так вот, кипяченая вода
Она ведь не живая, в ней кислорода меньше. Может быть, все-таки просто лучше отстаивать воду из-под крана и пользоваться. Но вот то, что снеговая, это роскошь. И она влияет на растения просто фантастически. Они буквально оживают. Это я могу вам сказать по своему опыту, по своим наблюдениям. Ну, конечно, ее надо растопить, процедить желательно все-таки. Если вы видите там что-то, ну, грязь какую-то, мало ли там насыпалось, голуби летали. Иногда даже песок там бывает. Даже вот на этом снеге, который вот с той крыши, которую я вам показала, все равно бывает песок. А процедили через несколько слоев какой-нибудь там марлечки, бумажечку какую-нибудь взяли, салфеточку, процедили. И, ну, не обязательно, смотрите сами. Импровизируйте. Вот. Чуть-чуть подогрели, чтобы не ледяная вода была, а градусов 23-25. И поливайте свои любимые растения. И будет вам счастье. Ну все, я на этом прощаюсь, а там уже посмотрим, как оборвется, не оборвется видео. Растите ваши цветочки здоровыми, красивыми, чтобы они каждым своим новым листочком вдохновляли вас, вселяли бы в вас энергию. Вот подходите вы с утра, смотрите новый росточек, и вам хорошо вот это. Ребятки, я не могу сфокусироваться на таком расстоянии. Там света мало, поэтому резкость не наводится. Ну, если еще не закончился этот кадр, то всем пока еще раз. Хорошего денечка. С вами был канал Дети Алоэ.